участники велопробега. Мы прибыли в деревню Ятолтовичи. Я вкратце расскажу. Деревня Ятолтовичи в годы войны была партизанской деревней. Накануне огненной трагедии, которая случилась 22 февраля, партизаны, ну, где-то, наверное, вот здесь, на дороге, устроили засаду, ну, и успешно расстреляли фашистов. Конечно, немцы не могли такого простить, поэтому здесь уже в деревне как бы ходили слухи, что они будут мстить. Вместе с тем, 22 февраля 43 года деревню окружили, всех жителей собрали как бы на собрание. Сарай был вот там. Здесь в доме спряталась женщина, трое детей в подвале. И уже как бы каратели уезжали, дом горел, они подожгли деревню. Дети не выдержали просто пламени и начали выбегать. Расстреляны были тут же.